Город Тюмень присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде» неспроста. Наши тюменцы, мы сами с вами видим своими глазами, как из года в год проявляют большой интерес к велодвижению. С одной стороны, это популяризация здорового образа жизни, с другой стороны, это на самом деле уже является элементом транспортной системы, альтернативным способом передвижения в нужную точку, на работу, на учебу. Молодежное наше сообщество, оно вообще активно перешло на велодвижение, и сейчас порой, наверное, нет ни одного вуза, около которого не наблюдаем мы с вами велопарковку. И, соответственно, из Министерства транспорта Российской Федерации нам поступило приглашение, мы его с удовольствием приняли, присоединились к этой акции. И вот у нас каждый год 20 мая месяца и в сентябре месяце будет проводиться два раза в год акция «На работу на велосипеде». Для того, чтобы каким-то образом простимулировать дополнительный интерес к этой акции, мы распространили эту информацию среди всех учебных заведений, как высшего, среднего, так и детских садов. У нас уже проявили интерес ряд хозяйствующих субъектов, которые примут участие в данной акции. И мы приняли решение тем трудовым коллективам, которые лучшими себя зарекомендуют, а это будет подтверждаться количеством участников, принявших в этой акции, фотоотчетом, тем будет предоставлено у нас в качестве презента велопарковки.